Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, и мы решаем задачу под цифрой 3 из упражнения 30. Дано записываем краткое условие задачи. Дано. Груз имеет массу 2500 кг. Масса это буква М. 2500 кг. И поднимает на высоту... H давайте обозначим высоту. И S еще буква, то же самое. 12 метров. Какая работа при этом совершается? Работа это буква А. Решение. Формула для работы. Сила умножить на перемещение. Силу нужно сначала вычислить. Это сила тяжести или вес. Вычисляется по формуле gm. Считаем сразу силу. G это 9,8 постоянная ньютонов на килограмм. Масса 2500. Для простоты можем округлить 9,8 до 10. Тогда получится 25 тысяч. Ньютонов. Сила измеряется в ньютонах. Работу считаем. 25 тысяч ньютонов умножить на 12 метров. Можем воспользоваться калькулятором для того, чтобы посчитать. 25 тысяч умножить на 12. 300 тысяч. 300 тысяч. Работа измеряется в джоулях. 300 тысяч джоулей. Можно перевести в килоджоули. На 1000 разделить. 300 килоджоулей. Ответ. Триста кило джоулей. Все. Если вы хотите больше решений, то подписывайтесь на канал онлайн ГДЗ на YouTube и следите за новостями сайта в социальных сетях.